На Степногорском заводе по производству подшипников работает сразу несколько трудовых династий. Одна из них – семья Меркуловых. Супруги Федор и Надежда отдали предприятию по 40 лет жизни. Сейчас дело родителей продолжают сын и сноха. На этот завод глава семьи Федор Меркулов пришел в 1977 году. Начинал простым рабочим. Сейчас ценный кадр руководит цехом. Молодых специалистов всегда поддерживает и словом, и делом. Очень радует то, что в данное время особенно стало много молодежи, которая является нашей опорой и в дальнейшем заменит нас, так как мы уже достигли того возраста, когда в скором будущем придется уйти с завода. И мы уверены в том, что наша молодежь всегда продолжит наши традиции, так как на нашем заводе очень хорошо поставлено и обучение, и условия труда. Со своей супругой Надеждой Федор тоже познакомился на заводе. Она работает здесь даже дольше его, более 40 лет. Сейчас в должности специалиста отдела технического контроля. Самый строгий спрос с невестки, которая тоже трудится здесь. Ее свекровь старается научить всему, что знает сама. Но и без поддержки никак. Это в семье один из главных принципов. Я как мать и жена прекрасно понимаю, как тяжело, как сложно работать здесь. Но и одновременно это большая честь, которая выпала работать на этом заводе нашей семье. Дома стараюсь всегда создать условия комфорта, отдыха для них, чтобы они, приходя домой, чувствовали, что они всегда нужны, желаны. Сын Федора и Надежды Сергей пошел по стопам родителей. На заводе он уже в числе лучших специалистов. Сослуживцы пророчат ему большое будущее. Пришел сюда работать после колледжа. Начинал с ученика, наладчика, свою карьеру. Много где уже успел поработать, изучил почти все оборудование на заводе. В дальнейшем хотелось бы продолжить путь своих родителей, работать дальше на заводе. На заводе работают около 2000 человек. Семья Меркуловых среди них не единственная трудовая династия. Наталья Строкова, Дамир Берикулы, Анатолий Поляный, Акмолинская область, 24 КИЗ.